Привет, друзья мои! В кастрюльку с толстым дном я наливаю молоко и добавляю чайную ложку ванильного экстракта. Можно добавить стручок ванильный или ванильный сахар, у кого что есть. И сейчас это молоко отправляется на огонь. Итак, здесь у меня 4 куриных яйца, в которые я добавляю сахар и муку. И все это нужно тщательно перемешать до однородности. Нужно постараться, чтобы не было комочков. Теперь я буду добавлять сюда постепенно 3 половника горячего молока. Тщательно перемешать. Теперь второй тоже перемешать. И теперь эту смесь я вливаю в молоко. В горячее молоко. Перемешиваю это все. И сейчас я возвращаю эту кастрюльку на огонь. Теперь, постоянно помешивая, эту смесь нужно нагревать до загустения. Вот, доводим крем примерно вот до такого состояния. Видите, он достаточно густой. Приблизительно половина крема откладываем в одну миску. Добавляем сюда какао. И тщательно перемешиваем. Получается вот такой шоколадный крем. Заварной. И вторую половину крема перекладываем в другую миску и оставляем его таким светлым. И теперь надо накрыть прямо в контакт. Прямо вот так прижимайте к поверхности, и тогда у вас не будет образовываться корочка. И эту миску то же самое. И теперь обе эти миски должны хорошенько охладиться. Крем должен загустеть еще больше. Сейчас они еще очень горячие, они так у меня постоят на столе. И когда остынут достаточно, я потом помещу их еще в холодильник. И там они проведут тоже 2 часа, наверное. Итак, теперь нужно взять ликер Алькермес. Вот он такой ярко-красный. Здесь сок из красных апельсинов. И здесь немножко воды. И сейчас понадобится печенье савоярди. Вместо савоярди можно использовать любой бисквит. Обмакиваем и укладываю в форму, которая застелена пергаментом. Можно застелить пищевой пленкой. Сильно долго обмакивать не надо, буквально несколько секунд с одной стороны и несколько секунд с другой. Выкладываю заварной светлый крем, и его надо будет разровнять по всей поверхности. И поверх еще один слой савоярди. И на второй слой савоярди я выкладываю шоколадный заварной крем. И его тоже надо будет разровнять ровным слоем. Теперь эта форма отправляется в холодильник примерно на 4-5 часов.